Всем привет, друзья, меня зовут Олег Брейн. Сегодня мы по-прежнему играем в Left 4 Dead 2. С нами Иван Фолиот, Левонат и DFG. Мы проходим кампанию для первого Left 4 Dead. Режим у нас простенький, потому что нас быстро выносят. Мы тут не такие специалисты, так что у нас тут есть эмочка. О, снайперская винтовка есть. А это каждая серия у нас это две главы, насколько я могу знать. Итак, берем аптеку. Погнали, в общем, надо выжить. Вперед, друзья. Побежали. Побежали, чуваки. Стреляй. Смотрите-ка туда. Забрал. Он забрал мой шприц адреналина. Здесь есть коктейль Молотова. Выбираем. Ой, как хорошо. Пилюлечки дали, да, молодцы. Учно так. Зомби в сортиру. Так, DFG, свали оттуда. Запалили зомби. Так, что там подсвечено? Софиты какие-то подсвечены, что это? Тут чья-то рука, ребят, никто руку не забыл. Так, ну что, на машину? Блин, ты жалко, тут покатушки тут интересно есть на тачках? Покатушки вряд ли. Смотри, вон баллоны есть, берешь баллон? Я? Вон баллоны внизу. Наверху там, погоди, еще. Надо запустить генераторы, чтобы поднять мост. Бери аптечку, Олег. Так, сейчас как-то... Ну, где аптечка? Вот где я стою. Ага. Сейчас, подожди, прикрой, я подлечусь. Все лечат. Слушай, по звуку тут беда сейчас будет, наверное. Судя по звуку, жопа полная. Так, значит, этот генератор есть. Смотри, где второй. Побежали. DFG бежит туда. Давай. В темпе, друзья. Ух. Я запускаю генераторы. Ну понятно. Пошел зап. Смотрите-ка туда. Че это он такой? А, блевота. Понятно. Коктейль Молотова, вот это вещь. Так, пилюльки. Беру таблетки. Погнали. Фу. Давай, в рукопашку. Осторожнее, Билл. О, бейсбольная бита. Опа, тут народу, Олег. Вижу. Кто? Блин, меня подожгло. Аккуратно, братья. Аккуратно. Третий генератор, блин. Блин, меня валят. Я не успел его помочь. Понял, бежим. Насильничек меня. Бежали. Ой. Так куда? Блин, какая-то свинья здоровая. Танк называется. Все, я сдох. Все нормально, сейчас. Потом живешь. Сейчас давай спасем. Где он там? Где вижу? А сдох-то я уже окончательно, по-моему. Как себя чувствуешь? Ой, плеварщица, давай, надо убить ее. Отойди из говна, Олег. Да не могу, я же лечу его. Ой! Сучи потрох. Бум. Офигеть, вообще черт какой. Все, лечить, ребят. А мне надо до убежища с вами, да? Теперь жить. Да, надо генератор запустить, походу. Тебя убило полностью, в щипах. Меня сломали полностью. Прикройте спину. Блять, толстяк, нет, ну взрывай. Твою мать. Ложись! Как-то неинтересно. Подожди. Сейчас взорвется. О, шикарно. Это красота. Так, надо найти еще один генератор. Тихо. Где он, ребят? Где этот генератор? А что будет, если ты генератор? Надо запустить, чтобы мост. Вот патроны. Последний генератор. Запускаем. Все, вроде бы, да? Ух, блин, сколько их там прет. Просто адовая жесть. Так, курильщик душит, но я не могу пройти тут огонь пока что. Сейчас огонь закончится. Погнали.
Ну как быстрее? Мы ж тоже что-то делаем. Бежать тебя спасать, это, конечно, хорошо, но надо же. Тоже. Че какой-то жирный он, а? Все, убили, погнали. Где он там лежит? Мосту? В каком мосту, где? А он все тоже, по-моему, отъехал. А, все, да, мы с Левой остались сегодня. Чарджер. Так, погнали, погнали. Наверх. Какой? Надо. Быстро, 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 Лева. Телочка за тобой прицепилась. Так, мост подняли пока. Поднимаем мост, и они не смогут забраться. О! Да, жалко, что здесь, блин, так, ну, нельзя, это самое. Да. Оживать-то так. Так, ну что, мы подняли мост, вроде бы как можно дальше идти, да? О, тут тюрелька есть. Тюрель дошел. Тюрелька? Да, тюрелька дошел. Хрена их прет там. Да, слушай, тут просто жесть адовая. Да я вижу, вижу. Ой, блядь. Посмотри, сколько их там. Вы смотрите, да, как спектры? Да. Тут полная жесть. Олег, живи. Живу, живу, пока живу. Блядь. Все. Ох, нет. Хорошо, что у меня дигл есть. Там, короче. Так, меня убили, все. Всех поимели. Да, придется перепроходить. Наверное, да. Так, ну что, продолжаем, ребят. Я включил записи, блядь. Что тут у нас опять один генератор-то выключен? Все нормально, блядь. А, надо его, да, включить, но я пытаюсь хоть что-то делать. Так, остывай, скорее остывай. Слушай, лезет, лезет наверх. Жирный. Как поезд пассажирный. Еще один залез. Все, нам ханды. Давай, давай, ребят. Что случилось? Мать твою, тут их двое, блин, еще давай, 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 давай. Все, меня шанды. Все нормально, все окей. Бегай, бегай по кругу. Не могу. Твою мать, а. Вот замес, слушай. Это легкий уровень сложности, если что. Да. Что такое, я не понял. Спи спокойно, написано, да? Спи спокойно. Все? И что, все что ли? На этом наша игра закончена? Я не знаю, наверное. Надо выбрать другую компанию сейчас. Убираем.